добрый грязь в глазах. Снова вижу я вас вдвоем, ты улыбаешься, в сторону я отвожу глаза. Что же делаешь ты со мной, зачем издеваешься? Так, ну примерно вот так выглядит. Лавашик. Сегодня у нас что, обед? Да. Обед от идеального мужчины. Рассказывай что-то. Бедро индейки с кабачком. Ну да, там еще другие вот овощи. И салатик. Салатик здесь. Лавашик. У нас помидорка спряталась, но она там есть. Это у нас рис. Здесь мы себе уже наложили. Красивенько. И рассказывай, что это. Морс домашний. И, кстати, а потом скажешь мне, с каких ягод тут, да? То есть, как бы, что ты почувствуешь, угу, с какой? Буду угадывать. Снимай. Да, то есть, У-у-у. Так это самое, спускается. Главное, чтобы не на крышу спустились. Нет. Вдвоем прокатиться где-то 50 тысяч стоит такая кабина. Вот, ну, как-то не дешево удалось. 50 тысяч, да. Подбираемся к черноплодке. Видишь, она уже вот более сухая есть. Ну, слушай, она будет как бы все равно сладкая. Ну да, ну, можно выбрать такую есть. Более гладкую. Да вот так берешь почти. Берешь. Сладкая? Угу. Кушай, кушай. У тебя будут это самое вот там зубы такие черные. Бесплатная ягода. Да, можно дома делать компотик. Не, слушай, не очень компот, потому что варить надо. Ты смотри, какая крупная. Ну, это уже другой вопрос, но можно же? Можно. На. Все? Угу. Ой, так красиво. Да, смотри, красиво. Записки натуралиста. Угу. Рушится. Да, ну видишь, как. Так классно здесь, так спокойно. Спасибо. А в ту сторону как бы можно пройтись, но там как-то влажно. Пойдем. Что, куда? В ту сторону. Куда? Или там мы не пройдем? Давай вот лучше вот так пойдем там. Туда? Там, как бы, помнишь, мы тут с тобой как бы где-то с ним в парке? Да. Да, вот они были маленькие, а здесь вон такие огромные. Смотри, вот это кулион, наверное, да? Вон она. Нет, это елка. Позови меня в ночи, приду. А прогонишь прочь, с ума сойду. Всех из памяти сотру, друзей. Лишь бы ты всегда была моей. Все равно ты бежишь. Позови меня в ночи, приду. А прогонишь прочь, с ума сойду. Всех из памяти сотру, друзей. Лишь бы ты всегда была моей. Вообще клево. Шло время в игре бесполезной, и кончился дьявольский бал. И понял тогда, что стою я над бездной, когда я тебя. Так, давай не будем пить, тут будка, то это самое рабочее будет в шоке. А что это за шум? Ну, я думаю, дорога. Да, наверное. Oh, oh, oh.